Если мы через час не будем на месте, то первым об этом пожалеешь ты. Ну, затем вся ваша контора, ты понял? Послушайте. Это мне как раз понадобится через час. Поэтому к этому времени нам лучше расстаться. Они думают, что живут, но глубоко ошибаются. Они лишь существуют. Вся их жизнь — это пробка.